Умняша! Привет, ребята! Сегодня мы будем изучать геометрические фигуры. Что это? Это треугольник. Я под крышей треугольный, спрячусь от дождя. Крыша треугольная, спрячь скорее меня. Ребята, а что можно сделать из треугольника? Ой, много треугольников посыпалось. Что же у нас получится? Ребята, посмотрите, что у нас получилось? Правильно, ракета. А это круг. Он зеленого цвета. Круглый мяч и солнце диск. Формы круглой тоже. По поляне мяч катись, и круг катиться может. Что же можно сделать из кругляшков? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь зеленых кругляшков и маленький носик с глазиком. Получилась зеленая веселая гусеница. Это прямоугольник. Он синего цвета. Мой холст не квадратный, он прямоугольный. На нем нарисую различные формы. Что же можно сделать из прямоугольника? Давайте понаблюдаем. Красный, красный, красный. Много-много красных прямоугольников. Получился телефон. Вот прилетел ромб. Он ярко-желтый. Змей воздушный, непростой. Змей, он в форме ромба. Он взлетает над землей, даже выше дома. Что же получится у нас из ромбиков? Давайте посмотрим. Вы уже догадались, у нас получилась рыбка. Рыбка, до свидания. Ты уже уплываешь. До свидания, рыбка. Детишки, вам понравился мой мультик? Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои лайки и комментарии.